Друзья, ну когда ты находишь вот такой рыжик, и он абсолютно идеально чистый, ну просто, это просто счастье, это радость непередаваемая, это здорово, что такие рыжики сосновые попадаются. Где гриб? Все, мой гриб, никому не отдам. Сейчас пойдем посмотрим здесь, по этой красоте. Друзья, сегодня у нас 23 октября 2020 год. Мы приехали в сосновый лес, такой невысокий. И посмотрите, что растет в этом лесу. А вот что растет. Рыжик. Смотрите, раз. Такой крупный. Ух, замаскировался он. Смотрите, прелесть какая. Ну вот этот вот вообще красавец. Сегодня у нас грибной тур. Сейчас я вам покажу, что я не только я нашел гриб. Смотрите, какие рыжики. Вообще просто очень замечательные грибочки. И вот мы идем сюда. Так, Ларис, давай показывай, что ты тут нашла. Вот он. Вот он. Как он спрятан был? Покажи, вообще как был вот изначально. Вот так закрыт. Вот так. Я просто почувствовала. Да. Ух ты, как классно. Так, мы его срываем, срывай. Отлично. Сегодня мы вчетвером, друзья. Вот, поэтому я думаю, что мы сейчас нормально соберем гриб. О, чистенький. Эта дырочка, это свойственно этому. И там тоже. И этот. Они вдвоем. Ой, и тут. Ну все, друзья, у нас просто начинается, короче. Рыжиковый рай. Рыжиковый рай. Супер грибалка. Что меня привлекло здесь? Очередной вот такой вот бугорочек, друзья. Смотрите. С сегодняшнего грибного тура все грибы я отдаю. Себе ничего не забираю. Хватит, надо людей порадовать. Туристов, которые со мной приехали сегодня. Такой вот рыжик. Ух ты, ё-моё! Прикольно, да? Я здесь три раза прошел. Ты посмотри. На эту кучку я посмотрел тоже несколько раз. Посмотри. Ага. Смотри, какой тугой. На, дарю. Это подарок. Я на грибных турах всегда подарки делаю. Ну что, поищем еще, друзья. Здесь просто прелесть. Так, что у тебя там? Давай, рассказывай. Ну, тут сразу видно по бугорку такому. Темное. Бугорок? Он прям не такой уж большой. Ох! Бугорок небольшой, а рыжик огромный. У тебя уже пальцы все рыжие, как у меня. Слушай, ну я думаю, это старый. А вот это... Опа! Да нифига! Вот это вообще классно. А да, подожди, ножик. Ну-ка. Так. Покажи-ка. Ну, а здесь червяк, да. Ну, надо... О! Вот! Видал? Вот эту ножку выкини, а это все. Это полностью жарко. Обалдеть, друзья, вообще просто космос. Вы видели все сами. Поэтому подрезайте до конца и смотрите. Видите, червяк не успел прям. Друзья, ну это рыжее чудо просто везде уже. Ох, здорово, конечно. Вот что-что, а рыжики интересно пособирать. К боровикам я уже привык после Карелии. Полтора месяца сплошные боровики. Это здорово, конечно, это лучший гриб, как я всегда говорил. Но рыжики сейчас тоже интересно посмотреть. Тут тоже бугорок. Нет, здесь не оказалось. Но проверять всегда надо, чтобы такое чудо не пропустить. А теперь в травке. Смотрите, что творится. Ух ты! Вот это окрас, смотрите. Переходящий цвет, оранжевый в зеленоватый. Смотрите. Так. А смотрите, что еще я вижу. Стоят уже просто полянками. Вот. Поглядите. Вот еще один крепыш. Рыжик. Вот это да. Вот это Калужская область. Вот это просто звери настоящие. Вообще просто настоящие бандиты. Классно.
Так, продолжим искать еще тут дальше. А это сейчас я подойду, посмотрю. А вот это вот, смотри, смотри, какой классный рыжик. О, здорово. Давай посмотрим, что у тебя. Это масленок, но уже, блин, старый. Красивый. Видишь, он уже не годится совсем. Он должен быть... А что он не годится? Ну, он уже все, как кисель. Сейчас мы его... Не, хочешь, бери, но... Такие маслята... Я не рекомендую брать там. Смотрите, какой грибочек. Сейчас я вам его покажу. Здесь вот очень много вот этих. И бугорки, это еще не значит, что там рыжик. Видите, вот смотрите, вот бугорочек. И здесь вот эта вот белая такая поганочка. Мышата вот эти вот всякие рядовки. Я их не знаю, не переношу их, не беру никогда. Вот. Оставляю для тех, кто любит. Видите, занимаюсь этой благотворительностью. Вот. И вот поставил корзину, вот здесь так огляделся, и смотрю, так вот он вообще по центру прям стоит, рыжуля наш. Вот он. Ох, какой классный. Слушайте, очень много чистых, червивые тоже попадаются, но чистых тоже хватает. И это, конечно, не может не радовать. Это надо здесь еще посмотреть, вот это место вот это. Друзья, вот здесь стоит такая кочка. Вот Ларисе говорю, давай посмотрим, что это у нас. Это он? Вот. Это он, вижу. Это он. Видишь, вот там кочки были не они, а это он. Ой, какой он красивый. Ой, у него даже окрас как-то отличается от других нашедших. Вообще просто. Ну что, срывай, срывай, срывай. Целиком. Вот такая ножка. Ух! Ух! Это просто космос. Вот он. Это просто финиш, друзья. Вот это пушка, настоящий гриб. Ну что, нравится рыжики хоть собирать? Конечно. Ну, самое главное. Ну, ладно, продолжаем. Рыжики мои любимые. Рыжики уже стали любимыми грибами. Ну, правильно, так и должно быть. Вот и я, друзья. Я сразу сказал, что это бомба. Посмотрите. Уже вижу и понимаю, что это он. Вы только гляньте. Так закрыт, мощно закрыт. Ох, какая прелесть, друзья, молодой рыжичек. У-у-у. Вы только посмотрите. 100% чистый. Так, подожди, сейчас. Оп. Ха-ха, идеальный. Смотрите, он тут потрескавшись такой. Смотрите, какой он классный. Фантастический просто. Как же он пахнет, друзья. Это настоящий сосновый рыжик. Вот сосновый он все-таки лучше елового. Он крупный, мощный и чище, самое главное. Не передать словами. Ну ладно, будем дальше искать. Да, Ларис? Да. Ну иди, срывай уже его. Давай. Видишь, как план Б работает? План. Операция И. А почему И? Чтобы никто не догадался. Ну да. Да не, просто, друзья, объясню. Мы поехали в ельник. Обалденный ельник, и там ничего нету. Вот, да, вот так посидеть можно, сидя прям срывай. Вот в ямке. Друзья, сегодня мы грибы собираем сидя. Ты решила даже лежа, да? Вот. Вот это рыжик вообще классный. То есть, и когда было понятно, что в елках ничего нет, мы решили поехать уже по сосновым лесам. Вот. И рыжики стоят, ждут нас. Что? Такие красавчики, вообще крупные, классные и чистые, друзья, уже больше половины чистых. Интрига, интрига, что за грибы? Что оно ли это может быть? Да, или это не оно? Друзья, чувствую, что оно. Ух ты! Красавчик. Ну и это просто сказка, вот он. Давай, вот это вот ты снимай, а я уже вижу, что это он. Я и догадываюсь, потому что по соседству. Ух ты, ё-моё! Это надо фоткать, двойной! Двойной. Уф, прелесть какая, друзья! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Только посмотрите. Ну ладно, срывай, не будем фоткать. Ямку сразу закрывай. Ну вот такие, кстати, закрытые, 100% чистые. Подожди, ножик.
или грязь. Руками, да, вон. Да, вот так. О, чистый, это просто пустой. Вот а эти этот вот, вообще красавчик, вот смотри, эти, какой. Да, вот эти, да, вот это он, видишь, разноцветный, Ларис. Uh-huh. Опа, этот чистый, тоже треснутый. А дальше чистый. Uh-huh. Да, мы тут. Нас зовут. Давай. И вот этого. Грибов мало, да, говоришь? Нормально уже. Нормально. Я тебе тут накидал. Так что и тебе хватит. И мне, может быть. Все не заберем. Ну да, и может мне что хватит. Ну я говорю, мне 4 штучки там хватит пожарить-то и все, господи. Красота тень. Надо было корзину большую взять, тогда бы больше. Ну да, да. Так, а это что у нас? Ничего себе. Так это тоже он. Смотрите, вообще отдельно сосна стоит. Опять крайняя сосна. И вот еще одна. Но они отдельно стоят. Видите? И вот рыжик. Очередной. Где я его вижу? Вот ты говоришь, корзину большую брать. Корзину большую берешь, и, как правило, грибы не попадаются. Маленькую берешь, всегда попадаются. Вот такие вот красавчики. Он еще, походу, и двойной, да? Да, он двойной. Тройной, можно. О-о-о! Да! Это... Просто это тройной. Это надо было сфоткать, друзья. Вот так вот. Не, я сейчас, наверное, сфоткаю. Тройной рыжик, друзья. Цветок, настоящий букет просто. Так, мне сказали, что там что-то интересное нашли. Надо посмотреть хоть что именно. Друзья, идем, идем, бежим. Видите, а вы говорите, уже все здесь осмотрели. Ничего подобного. Ничего не все. Здесь еще смотреть и смотреть. Ух ты, ё-моё. Причем я нашел один, позвал Машу. Я видел только один, а она села его разгребать и тут же заметила еще второй. Их можно не заметить, даже если стоишь, прям смотришь. Да, бывает такое. Они были полностью в холмике скрыты. Вот я говорю, посмотрите, друзья, какие они качественные. Не, ну это такие, эти не то чтобы супер качественные. Да, сейчас проверим. Не, ну в смысле видно, что они в пятнышках и все такое. Так-то нет, не, а ты их разрежь. Да, не, в основном они твердые, это видно. Они чистые внутри. Ну, смотрите. Это краешек так, тоже. Это я отломил. Да, да, да на, вон, да что его, это ага. Все равно в жарку кидать. Вот. Ну да, вот тут прикол в том, что все ямки надо открывать, потому что никогда не узнаешь, что там. Вот. Есть? Нет. Ну ладно, сейчас пойду фотографировать и срывать те тройные. Слушайте, друзья, что происходит? Я не могу дойти, чтобы сфотографировать. О, подожди, я сейчас покажись тоже что-то вижу, но не пойму что. Ух ты! Походу это он! Вот смотри, какой высокий! Ух ты! Он, конечно, уже такой здесь, вот немножко плесень. Да. Так, так. Я там пока к тебе шел, тоже нашел. А ты срывай его целиком. Сейчас посмотрим. Это грибница, то, что ты видишь. Не, ножка-то, шляпка-то классная. Вот у меня я с плесенью попался. Там, да, с плесенью мы не берем. Большой. Ну, он большой и очень часто чистый. Понимаешь? Во. Не, ножку подрежь лучше, видишь, там плесень. Вообще uh-huh. полностью срежь ее, вот так. Uh-huh. Все, а это забирай. Uh-huh. О. Что, еще что ли? Не-не-не. Мы здесь ползком, друзья, собираем грибы. В общем, ну, я не знаю, может быть, и там еще что-то есть. Надо все смотреть сейчас. Тройной, друзья, тройной. Смотрите. Ну, не сказка. Три грибочка в одном, друзья. Третьего не могу показать, этот здоровый закрывает. Ну, сумасшествие грибное просто. Уже ноябрь практически, а грибалка идет полным ходом. Так, Лариса говорит, нашла гриб. Слушай, я пока к тебе иду, тут что-то, не знаю, вряд ли это оно. Вот так вот, нет. Угу.
Слушай, здесь кучек очень много, да. Знаешь? Вот непонятно, а вот это... Не, это вряд ли. Нет. Так. Раз. А какая, ты говоришь, еще интересная? Вот это? Да. Мне кажется, вряд ли. Нет. Но тут их много надо, знаешь, все проверить. Вот это да, это класс. Отсюда вижу. Срывай. О, шикарно. Шикарные. Друзья, скажу вам так, крупные, но при этом очень много чистых. Очень много. И это не может не радовать нас. Я просто после боровиков уже ничего не могу фотографировать. Даже рыжики ленюсь фотографировать. Слушай, там есть еще одна кучка, но, наверное, это не оно. Это чистый, да, гриб чистый. Вот смотри. Нет? Не, вряд ли. Это, скорее всего, рядовка. Да. Мышата, так называемая, которую мы не берем, в принципе, оставляем для других, кто любит эти грибы. Так, ладно. Еще посмотрим рыжики. Здорово так отсобирались-то, конечно, по полной программе. Друзья, еще колокольчики растут здесь. И смотрите, очередное чудо. Рыжик сосновый. И ты нашла? О, сразу одновременно два. Только он какой-то поломанный. Поломанный? Просто наступили. Но так-то берущийся. Да. Угу. Ох, какой. Ну и отлично. Половинчатый. Да, видимо, наступил. Ну да. Смотри, какой. А их замораживать нельзя? Вот ты. Слушай, я никогда их не замораживал. Их в основном солят в банке. Либо... Вот мы даже мариновали. Кстати, я еще даже не открывал. Интересно, как на вкус маринованный рыжик. А вообще его не маринуют. Это мы так уж... Такой вот импровизация такая непонятная. А так я жарить сразу буду. Всегда шикарно, когда такой чистый рыжик. Друзья, ну рыжики у нас растут прямо на глазах. Я уже не знаю, мы, по-моему, уже здесь ходили, они уже все новые и новые лезут. Да. Это просто невероятно. Чистый. Чистый? Все чистые они. Надо чуть тебе посильнее подрезать, чтобы вот эту грязь убрать, да, в песке. О, абсолютно чистый, друзья. Это классно. Опять эта загадочная ямка, друзья. Оп! Понятно все. Гигант! Рыжик сосновый. А он еще, по-моему, два маленьких лезет. Смотрите, совсем маленьких. Их, конечно, мы оставим. Вот так прикроем ямку. Вот. Вот это да. Ой, какой классный. Ой, какой красивый. Запах, конечно, не передать словами. Смотрите, клоп, друзья. Стремительно куда-то. Вон паук. Здесь же кузнечик. Здесь же, боже, коровка. Это что происходит, друзья? Солнце закрыл. Вот так хорошо. Вот так хорошо? Да. Вот, видно. Наш дорогой зритель все видит. Ага. Что-то на вашу корзину, короче, все жуки... Значит, лезут. Она экологически чистая. Да, да, да. Не, ну вы представляете, какое число? 20, какое октября? 23 октября, друзья. И сегодня плюс 15 сейчас, на солнце вообще, наверное, градусов, не знаю, 18-20, сколько тут. И вот сидим прям на солнце и жарко. Вы можете себе представить? Жуки все повылезали. Хорошего все-таки нашли, да? Да. Сейчас приехали собирать польские грибы, друзья. Давай, Ларис, срывай польский. Вот. Он еще пока обычный. Здесь, как всегда, стартует позже всех и заканчивается позже всех. Вот этот, который жирный польский. Сейчас такие экземпляры попадаются, но их немного. Поэтому берем, что есть, как говорится. Но хорошие, чистые. Красота, друзья, вообще просто неописуемая. Ну вот и я нашел польский гриб. Стоит.
Вот он. Такой традиционный польский. Берем. Там, друзья, у нас это, как это называется, споры, интриги, скандалы, расследования. Люди спорят, что за гриб. А ты его разверни назад. Это знаешь что? Это козляк. Козляк? Ну, который мы не берем, как правило. Он даже съедобен, но он всегда почти червивый, как резина. С учетом, что вы собрали уже там полкорзины рыжиков. И еще столько же соберете польских, тем более такого качества козляк, который уже убитый. Вот ты посмотри, что там внутри. Такой гриб, поэтому я и не собираю. Ну, да ладно, что ты расстраиваешься. Сейчас пойдем, такое найдешь. Все равно, знаете, это такая, как сказка. Ну да, находку-то никто не отменяет. Ну смотри, сколько. Виды тут просто. Вот я говорю. Лес просто волшебный. Козляк. Ну, да. И я такая думаю, польский 15 штук. Да, сейчас будет 25 штук. Вот увидишь. Ой, там еще. Еще рядом? Да ладно. Нет, палочка нет. Какая-то. А может быть так, что еще? О, какая ножечка длинная. Ага. Да-да, мы тут. Классно. Ну сейчас видите, друзья, 50 на 50. Вот это чистый. Вот. Но пока еще вот этих вот настоящих польских, боровиковых польских, их пока еще мало. Вот это обычные польские, ну и тоже мы их берем и с удовольствием берем. Самые крутые польские только впереди, друзья, еще рано. Где гриб? Все, мой гриб, никому не отдам. Класс. В общем, польских грибов стало так много, что все уже приседают. И это только начало, друзья. Походу, вообще тут будет беспредел. Вот я говорю, сейчас в чистоте только они прибавят. А самое главное еще в массовости. И здесь будет просто грандиозная грибалка. Да, это прям хороший. Да это бомба. Да. Так, главное, это еще представляешь? Их тут так, что нужно ходить, чтобы не... Ты представляешь, это вообще, это не то, что не пик, это, во-первых, это далеко не пик. Ага. И это далеко не тот польский, за которым, ну, как бы стоит сейчас вот, вот прям вот знаешь, вот это за ним стоит ходить, имею в виду, что не тот польский, который должен быть, который вот жду я, например, и многим рекомендую. Почему? Потому что тот должен быть на жирной ножке. Вот еще стоит. В принципе, они растут, попадаются. Видишь, кучка сейчас, 10 штук здесь попалось, друзья. Не знаю, как у вас, но это мой рай. Ну, мы, видишь, я немножко... После полутора месяцев в Карелии я все-таки такой зажратый, да, немножко. Но все равно это классный лес. Классные леса, я всегда их люблю. Даже когда здесь грибов нет. Это что такое, Паша? Смотри, вот он за раз вот так взял, вот. Не, с грязью-то не кладите, что у вас времени нет, что ли? Отрезали и все, ножку. Паш, дай нож. Я буду обрабатывать тебя. На, вот так вот, дарю. В принципе, это нормальненько. Я вот говорю, когда вы еще увидите, чтобы... Вот Маша сегодня в свитере, чтобы ходили 23 октября. Это жесть вообще. Сегодня реально градусов 16 сейчас, друзья. Это вообще просто какой-то день. Я не знаю, это день бабье лето, походу. Вот один день сюда перенес. Во какой, да? Вот это вот настоящий боровиковый польский уже. Вот он первый такой. Обалдеть. Вот. Но и то это не боровиковый, это такой вот, уже вот начинается так. Но все равно еще не то. То есть он более мощный. Так. Более мощный. Но вот там мощь вот вообще, какая-то. Походу, мощь я нашел. Вот там уже, смотрите, что на противопожарной просеке. Глядите, это как боровик прям. Офигеть! Это фантастика, ребят. О, ничего себе. Как боровик вообще. Блин. Фантастика, друзья.
Давайте срывайте эту поляну. Красавцев. Слушай, у тебя уже корзина полная. Мы ее пустую вытащили, хоть и небольшая, но ты посмотри, сколько грибов чистых. Они вот эти вот чистые, кстати. Все вот такие вот, которые вот покрасивее, да, помощнее, они почище. О, это не помню. Да, чистые. Вообще идеальные. Угу. Я говорю, вот когда будут прям такие вот, знаешь, как боровики, вот с такими ножками, у них ножки будут как у боровика, они вообще не синеют. То есть вот эти синеют, а те вообще не синеют. Еще более. И у них шляпка прям черная почти, тоже темная-темная. Ну, эти, да, тут еще. Что уж тут говорить, еще по красоте. Ну, вот, видите, план Б сработал. Да, это уже не план Б, это план В. Ну, да. Класс! Не то слово! Польский. Польский, да, я про него говорил. Польский. 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 Ой, тут сбиться можно, сколько штук. Тут надо уже сразу, знаешь, замерять в килограммах. Заранее. Тут надо в килограммах мерить, сколько. Штучек 10 сразу, да? Ну, где-то так, да, 5 десяток. Чё? Для этого времени это нормально. Вот. Да, сейчас будем смотреть. Думаю, что все хорошие. Плохих нету. Ой, длинная ножка так. Угу. Так, и смотри, вот здесь еще двойной. Чисто. Прям пальцем показываю. Нет. Угу, вот, вот, вот двойной. Вот этот. Классный. Тоже чистенький будет. О, вообще шикарная. Чистый. Ага. Ох, какой длинноногий. Так. Дальше. Вон там вот вижу. И там еще. Ну, по-любому тут много. А вот еще, ну, вот просто на ходу, да, попадаются. Здесь сразу три такие обычные польские. Но тоже берем. Вот еще стоит. А там еще стоят. Что, еще нашли тоже, да? Да. Что-то крутое? Ну, вот. Группу грибов. Надо посмотреть. На такую красивую группу. Так, ну тут можно идти дальше. Просто я, наверное, те грибы уже потеряю. Вот еще тут, смотрите. Еще этот. Еще вот этот. Вон еще. Смотри, вот здесь вот собирай, Ларис. Я это просто все, наверное, не возьму уже в руку. Ой-ой-ой, какой польский. Посмотрите, какой цвет. Вот это вот красивый польский. Ух, насыщенный. Смотрите. Ох, здорово. Рядом еще два, видите. Ларис нашла. Давай. Ох, здорово. Чистенькие. Ага. Да, это эти будут чистые. На 90%. О, ага. Даже так. Уже видно. Вот какие. Это тоже будет чистый. О, сразу видно. Давайте и мои сразу проверим, что тут. Даже вот этого сорта еще они. О, кстати, совсем. А, это не он. Вот я поглубже режу, чтобы вот эта испорченная ножка. О, здесь есть пару дырок. Вот здесь есть. А, и все. А дальше это не червяк, а дальше это уже гриб. Треснутый. О! Блестящий.
И еще два. Ну, это просто количество, конечно. И вот качество очень хорошее. Вот процентов 70 чистые. Да только посмотрите, при вас режу, друзья. Вот это подрежу посильнее здесь. Во. Ну, это просто невероятно. Но я говорю, самое крутое будет, когда они станут вот все толстоногие. Ну что, дорогие друзья, вот такой у нас грибной тур. 23 октября 2020 год. В сосновых барах. Ну, это просто сумасшествие, что могу сказать. Мы не ходили, а мы просто косили. Мы просто стояли, грубо говоря, встали на одном месте и приседали почти, знаете, как на физкультуре. Пройдешь еще два шага и опять приседаешь. Итог просто сумасшедший, рыжики чистейшие, вы можете видеть. Польских грибов просто немерено, я не знаю, тысячи штук, сколько здесь, я даже посчитать просто мне сложно. Вот здесь еще, кстати, тоже рыжики внизу, ну вот, польские грибы закрыли рыжики, тут и тоже было рыжиков, вот полкорзины точно. Так что могу с уверенностью сказать, что грибалка удалась, просто грандиозная грибалка. Вот такая вот грибалка, первая же грибалка после Карелии, грибной тур. Ну, вы все видели сами, поэтому если вам все понравилось и у вас есть такое желание, друзья, подписывайтесь на мой грибной канал. Ставьте лайки, пишите комментарии при желании. И самое главное, приглашаю вас на свой обалденный Инстаграм. Я надеюсь, что он для вас будет обалденным, когда вы зайдете и посмотрите мои фотоработы и фотоотчеты. И если они вам понравятся, то подписывайтесь также на Инстаграм. Ну и приглашаю вас в наши грибные группы ВКонтакте и на канал моего друга Андрея Скрипачева. У него классный канал. Зайдите, посмотрите, оцените его грибные фильмы. Вам, я думаю, понравится. Ну а с вами был Армен. И не только. Как вам понравилось всем хоть за кадром? Отлично, замечательно. Супер. Ничего так. Ничего так. Вот мог бы что-нибудь. Лучший лес из всех, что я видел. И куча грибов. Это просто сумасшествие. Ну, самое главное, друзья. Так что все, время уезжать. До новых встреч. Всем пока-пока.